Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, пацаны, сегодня у нас будет очень интересное, необычное видео. Идею я украл у ютубера Милки, он записывал подобное видео. И сегодня я хочу тоже попробовать, потому что, как по мне, это очень классная идея. Я вот посмотрел его видос, и мне самому захотелось попробовать выбить какие-то номера. Я давно об этом думал, чтобы попробовать, но почему-то как-то не было времени, желания. Ну а сейчас я решил записать видео. У меня есть 1 500 000, получается. Получить номера вроде бы стоит 1500 рублей, то есть 100 раз мы сможем получить номера. Но пока показывать я буду не все номера, а только самые красивые. Но задача на сегодня выбить именно full blood, то есть одинаковые цифры и буквы. Мне кажется, это будет максимально сложно. Онлайн сейчас, в принципе, 300 человек. Я уже купил себе машину, с помощью которой мы все это будем делать, потому что у меня есть ламба, и все. И я еще купил себе ладу. Вот эта машина у нас будет, в принципе, в качестве той машины, на которую мы ставить будем номера. Номера здесь стоят вообще обычные. Я хочу выбить full blood, но если будут полублаты, я, возможно, буду их фастом продавать, там, по 200 по 300 тысяч, чтобы заработать еще немножко денег. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Вообще, пацаны, как эта система выглядит? Вот, получается, мы приехали в ГИБДД. Заходим, получается, вот в эту сторону и получаем номера на нашу машину. Как бы, да, это, конечно, будет очень, как бы, долго, потому что 100 раз получить номера, пацаны. Полублаты, скорее всего, будут, это 100%, но именно фуллблат номера, мне кажется, это будет нереально выбить. Но если все-таки получится, пацаны, я буду очень рад. Вот, теперь мы заезжаем на эстакаду, получается, и просто нажимаем сигнал. ТВВ 077. Ладно, дальше я уже не буду как бы полностью все снимать. Если выпадет что-то хорошее, я вам буду это показывать. Итак, пацаны, чтобы вы понимали, я уже 50 номеров выбил. Чтобы понимали, 50 номеров просто. И на это у меня ушло, я вообще скажу, сколько примерно у меня ушло. 40 минут у меня на это ушло. Это просто пиздец. И мне ничего вообще не выпало. Мне вообще абсолютно ничего не выпало. У меня был лям 500, осталось 998 тысяч. Я уже машину 2 раза заправил. И, кстати, я ошибся, номера получить стоит не 1000 рублей, а 10 тысяч рублей. Поэтому вот как-то так. Мне вообще ничего не выпадает, понимаете? Ни полублаты, ни блаты, ни хрена вообще не выпадает. Я просто уже на протяжении 40 минут туда-сюда катаюсь и все. И мне ничего абсолютно не выпадает. Я честно устал, я думал, это будет как-то полегче, хотя бы, как минимум. Но это на самом деле очень сложно, потому что я бы мог, конечно, телепортироваться, но мне кажется, проще будет просто ездить. Даже полублаты эти вонючие не выпадают. Я не знаю, каким образом Милки выпадало столько полублатов, я просто вообще не знаю. Мне такое вообще не выпадает, даже вот при вас я это все делаю. Вот каждый раз я вот беру, подъезжаю сюда, захожу, получаю номера, еду обратно. И так, пацаны, уже 51 раз. Понимаете, как это жестко просто. Я надеюсь, что вы за это поставите лайк. Бля, я, пацаны, мотор положил, короче, на Весте. Пиздец просто. Бля, так долго ездил, что положил мотор просто. Сейчас надо его починить. Сейчас тоже будет минус бабки. Но, как вы понимаете, я до сих пор номер никакой не выбил. Блять, как это работает просто? Я уже езжу, хрен знает сколько. Я уже сколько раз пробовал выбить номера. Ну, почти уже 70 раз, даже 80 почти раз я пробовал номера выбить. Так, еще раз давай, братанчик. У меня, блин, состояние машины 47 из 100, а было 37, понял. Давай, братишка, чини мне машинку, и будет все очень хорошо. Пиздец, прикиньте, доездился, что мотор, блядь, положил. Я такой еду, бфф, мотор просто умер, блядь, такой, идите нахуй просто. Думает, ебать ты ебанутый, заебал уже ездить. Такой, до свидания просто. Итак, пацаны, шел уже 2 час, наверное, когда я записываю это видео, и мне выпал вот такой вот номер, SSM 001. Это пока что самый нормальный номер, который мне выпал. Но согласитесь, он хотя бы более-менее симпатичный. До этого мне вообще выпадала всякая хрень. Но вот этот номер SSM 001 такой прикольный, мне он нравится. Но я не буду на этом останавливаться. Мы сейчас будем дальше пытаться выбить какие-то очень классные номера. Я вот очень надеюсь, то, что мне какие-то фулбаты выпадут. Потому что фулбатов, я так понял, на родине вообще очень мало. Там около, наверное, 10 штук. Может быть, даже меньше. Пацаны, наконец-то что-то нормальное, походу, выпало. Потому что цифры 3 тройки. 3 тройки, пацаны. 3 тройки просто. Лишь бы это что-то было нормально. Лишь бы еще нормальные буквы были. Я вообще просто буду очень доволен. Потому что я заебался, честно, пацаны. Я вам говорю, я заебался. Я уже номера получил 100 раз, грубо говоря. Ну, почти 100 раз, хорошо. 100 раз я уже съездил.
на эту ебаную хуйню, где получать номера. Если сейчас выпадает фулбат, то я все, я больше не буду. Номера, честно, говно. Говно номера, но это уже какой-то прогресс. Это уже полублаты. Пацаны, наконец-то что-то нормальное выпало. Просто смотрите. 3К, 996 выпали номера. А вот. 996, чтобы вы не думали, что я эти номера купил. Они мне только что выпали. Я вот думаю, есть ли смысл их оставлять вообще? Может их на другую машину переставить? Хотя другой машины у меня нету. Просто можно на этом остановиться и пусть эти номера будут здесь, как бы, чтобы их не потерять. Потому что я не уверен, что нам еще что-то выпадет. Пусть они стоят на этой машине, как бы, я думаю, это самый лучший вариант. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я записывал, пацаны, это видео, сейчас вам, чтобы не соврать. Я записывал это видео 2 часа. Ну, 2.5 часа я записывал этот видос, пацаны. 2.5 часа. Поэтому за это, я думаю, можно поставить лайк и подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.